Молодых предпринимателей хотели похитить в центре Челябинска. Об этом рассказала одна из пострадавших, которая сразу же после инцидента записала видеообращение и выложила в сеть. На заднее сиденье сели два мужчины, они подбежали, открыли задние двери, сели, окружили нас с Владом, мы сидели на заднем сиденье, мы начали вырываться. Эти мужики говорят одному: поехали, поехали. Я начала вываливаться из машины, вы начали кричать. По словам молодых людей, мотивом мог стать конфликт, который у них возник с совладельцами бизнеса. Как рассказывает пострадавший, они вместе с супругой занимаются инвестициями. Накануне получили крупную сумму и купили 3 салона красоты. Но после инвесторы якобы попросили переписать салоны на них. И тогда один из них супруги-бизнесмены решили продать. Пришли на встречу с покупателями, но сделка не состоялась. На камере видеонаблюдения видно, как пара подходит к авто, садится и якобы начинается разговор. Позже появляются еще два человека. Они и попытались похитить коммерсантов. Вот смотрите, они сейчас один сядет с одной стороны, другой сядет с другой стороны. Все, и вот тут вот сейчас с этой стороны будет потасовка. Молодые люди сразу же обратились в полицию с заявлением о похищении. По данному инциденту служители закона уже ведут проверку.